друзья, всем привет! Сейчас потише сделаю. Беру. Включить. Олег уже приехал, родители приехали вчера. Кстати, сейчас ходили с Олегом в магазин. Купили всего-всего. Не прям всего, ну по чуть-чуть, потому что Олегу завтра уезжать на работу, улетает он. Должен был сегодня улететь, но что-то там поменялось, и ему взяли билеты на завтра. Так что вечером он полетит. Мы сегодня сходили на рынок, в магазин, в Пятерочку, в Магнит. Сейчас покажу, что купили по-быстрому. Тут купили, это вот Олегу на работу купили, конфеток немножечко. Колбаску возьмет, наверное. Ну, это ветчина в Пятерочке. Вот такую вот кашку. Тут он себе взял. Как они называются? Не помню. Вакуумный пакет взял на работу. Ему надо. На рынок зашли, купила вот такой вот виноград. Чуть-чуть взяла. Говорят, сладкий. Не знаю. Потом взяла еще сливу. Вот видите, какая она крупная прям. Чернослив. Сладкая тоже слива. Взяли кусочек вот такой, ну, приличный кусочек свинины. На 700 с чем-то рублей она у нас вышла. С кожуркой, правда. Олег сейчас будет готовить плов. Рис купили тоже, морковку. В общем, сейчас будет кашеварить в казане, да? Да? Угу. Купили много морковки. 4 штучки, что ли? Всего? На плов хватит, что ли? Ну вот, ну да, вот на такой казанчик он небольшой. Вот, и будет у нас сегодня плов вкусный от Олега. А еще в Пятерочке дали вот такие вот штучки. Вот еще одна какая-то штучка. Сейчас посмотрим, что там. О, тут какая-то красненькая. Что-то такое. Скрепыши. А, это в Магните, это в Магните. Вот это с Пятерочки. Боже мой. Смотрите, у меня уже коллекция. Все шкварчит. Мясо обжаривает. Тут уже обжарил чуть-чуть как сало. Это вместо курдюка. Вместо курдюка. Теперь жарится у нас свининка. Ну что там? Ничего. Угу. Ой, запотело. Камера запотела? Ага. Интересный. Как это называется? Зируак. Зирфак? Зируак. Угу. И тут уже морковка, лук и мясо. Все. Сейчас приготовится, а потом уже засыпается рис. У нас длиннозеры. Мы любим плов с длиннозером, пропаренным рисом. Наш плов готов. Ай, он такой вкусный. Он такой ароматный. Сейчас будем кушать. Сейчас пусть настоится еще чуть-чуть. Я его накрыла так слегонца. И будем кушать. Родители приехали. Я не знаю, куда они ездили. Смотрите. Я вообще не знаю, где они столько яблок набрали. 2 мешка. Но они прям большие мешки. Яблоки, смотрите, какие. Будь здорова, Лиза. А, вкусно пахнут. Здесь какие-то другие, что-то мелкие какие-то. Что за яблоки? Где они их надыбали? И здесь еще. И здесь. Ой. Вот столько яблок насобирали где-то. Не знаю, куда они ездили. Наверное, бабушка будет что-то с ними делать. Какие-то, я так полагаю, наверное, будем перебирать, которые не отбиты, которые хорошие. На зиму будем оставлять, ну, там, в погреб там или что. А которые отбитые, ну, вот это вот гнилое что-то яблоко. Эти, наверное... Не знаю, может на компот, может на варенье, может быть на пюре яблочное. Да, Лизок? Что бабушка будет с этими яблоками делать, не знаешь? Я тоже не знаю. Узнаем. Олег сегодня уезжает. Шинки.
Уезжай, я машину еду, уезжай. И в магазин идем. На улице у нас, знаете, как холодно? Очень холодно, 9 градусов. Я вот замерзла, одела... Как 8, да? Как 8, да. Одела вот курточку теплую. Ну, очень холодно, даже сейчас холодно. Идем в магазин. Вчера в магазине были, сегодня сумку забыли купить. Мы уже сходили в магазин. В один сходили, в другой сходили. Зашли в Ашан, купили в Спортмастере Олег Купер перчаточки себе. 700 рублей, что ли, они стоят, да. 700 рублей. Вот такую вот еще шапочку купил уже потеплее. Она что-то стоит 500 рублей, мне кажется. Да. 499, 500 рублей. На улице, правда, уже все так холодно. Вообще. Зашли в кулинарию, взяли вот такие трубочки. Одна трубочка оставалась с белковым кремом, а эти три со сливочным. И вот такие вот еще взяла, ну тортик, пироженки вот такие. Какие-то они медовые, что ли, как-то называются. Ой. В общем, сейчас откроем. По 50 рублей. Олег, а трубочки сколько стоят? 50 или 45? Трубочки. Трубочки 45, а вот эти пирожные? Тоже 45. А, тоже 45, вот. Вот так вот выглядит. Ну, это каждому по кусочку. Сейчас будем чай пить. Так пахнет вроде ничего. И Олег взял тут два беляша и два чебурека. Ну, это он с собой возьмет, когда он прилетит на работу, чтобы так перекусить можно было, потому что он прилетит ночью. Я думаю, не испортится. Сумка у него в багаже будет. Вот, прилетит на работу, перекусит, и все. А там уже с утра столовка, не столовка. Так что вот такие вот дела. И, кстати, родители яблоки набрали на заброшенных дачах. Они ездили на заброшенные дачи. Здесь недалеко, где Жигулевские сады, там есть заброшенные дачи какие-то. Ну и там вот яблоки есть. Яблоки, там слива вроде бы. Но вглубь они никуда не стали ходить так. Где-то там насобирали. Я так поняла, они сегодня снова поехали туда собирать, но уже будут, ну, хотят это... собрать яблоки, чтобы они полежали подольше, чтобы не отбитые были. Ну так, с ветки будут собирать, не знаю. Вообще они еще собирались на рынок. Снова бабушка закрутки собирается делать. Не знаю, где они ездят, конечно. Может быть, вот и за яблоками поехали. Ну, а мы сейчас, Лизочек, попьем чай, да, с тобой и с папой. Да, будем. А, у меня еще сейчас вебинар будет рабочий. Вебинар послушаю. И потом будем собираться с Олегом. И снова здравствуйте, добрый вечер. Проводила я Олега, все, он улетел. Только что вот, ну, пару минут назад позвонил, приземлился, сказал перезвонит, когда уже из самолета выйдет, ну, в аэропорту будет, позвонит. Вот, все, слава богу, все хорошо. Что мы сегодня делали? Это вообще капец. Родители снова съездили за яблоками. Столько же, наверное, примерно привезли яблок, но уже такие, ну, все равно отбитые. Они падают. Вот. А заехали еще на рынок, купила мама столько помидор. Просто целая гора. Не снимала, потому что хотела все по-быстрому сделать, потому что мне завтра на работу, мне надо было голову мыть. В общем, дела вечерние. Думала, что побыстрее все это сделать. Ничего не снимала. В общем, перемыли мы это все. Она еще болгарский перец купила. С перцем еще ничего не делала. Короче, мы сделали хреновину. Много хреновины. Угу. Вот это вот, ну, с помидором, которую все перекрутили, все сделали, все готово.
Вот. Завтра что-то она, наверное, яблоками будет заниматься. Не знаю, что-то будет делать. И с перцем. В общем, не знаю. Я завтра буду на работу, а она тут будет что-то делать. Вот так вот. Вот так вот. Что вообще включилось-то? Ну, включилось я, чтобы сказать, не знаю, что у меня сегодня за видео получилось. Все какое-то такое сумбурное, что-то то снимаю, то не снимаю. В общем, ладно. Войдем, наверное, в колею как-то, как-нибудь. В эту осеннюю колею. Вот. Может быть, куда-нибудь пойдем погуляем вместе с вами на следующих выходных, на моих. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Спасибо огромное, что вы нам пишете комментарии, смотрите нас. Ну и всем пока-пока. До новых встреч.